Мой первый вопрос касается российско-украинского конфликта. В феврале этого года Республика Беларусь и Российская Федерация состоялись их совместные военные учения, и в западных СМИ говорилось, что это один из сигналов о возможном участии Республики Беларусь в конфликте. Несколько дней назад, когда состоялось ваше интервью, вы отметили, что есть разведывательные данные о том, что западный мир, он рассчитывает на вступление Республики Беларусь в этот конфликт. Будьте добры, пожалуйста, расскажите, как вы оцениваете вот эти стимулы, движущие стимулы, силу Запада, на что они рассчитывают, и возможно ли прямое участие Республики Беларусь в данном событии, в данном конфликте? Российско-украинскому конфликту год. Да, мы говорим о причинах этого конфликта, но большое видится на расстоянии, как у нас говорят. И для того, чтобы оценить причины этого конфликта, должно пройти определенное время. Это чисто в китайском стиле. Никогда не надо торопиться. Придет время, мы расставим все точки над «и». Но я абсолютно согласен с президентом Путиным, который говорит о том, что первопричины не лежат в России. Издевательства над русскоязычными, над русским языком, они до 2014 года были, и это все нагнеталось западными государствами. Естественно, ни одна страна, ни Америка, ни Китай не позволили бы издеваться над своими соотечественниками, над людьми, которые говорят просто на русском языке и живут по русским обычаям, принимают русскую культуру. Тем более оскорбления доходили до самого президента России со стороны Украины и всего российского руководства. Там целый клубок. Причина там, в 2014-2015 годах. Здесь, в Минске, были приняты Минские соглашения. Нормальные договоры, и Украина подписала эти договоры. Надо было следовать этим путем. И сегодня гарантия, Донбасс был бы украинским и управлялся из Киева бы. Уже давно всякие шероховатости были бы забыты. Но, как говорят сегодня участники этого конфликта, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент бывшей Франции Франсуа Олланд, что они приехали в Минск и подталкивали Россию и Украину к заключению договора для того, чтобы выиграть время, чтобы Украина подготовила свою армию для нападения на Россию. Маски сорваны, карты открыты. Вот вам и вся причина, и весь замысел. И в России многие, знаете, с непониманием восприняли действия Путина и руководства. Я всегда россиянам говорю, не торопитесь. Придет время, и вы оцените, кто прав, кто виноват. Некоторые в России говорят, знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию. А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине, России был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины, я еще раз подчеркиваю, теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне и кто ее начал. Так вот, если бы Россия не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были более тяжелыми. Но это так, говоря о причинах. Теперь о Беларуси. Еще раз могу повторить, специально для китайского народа. Мы очень миролюбивые люди. Мы знаем, что такое война. Мы в последней войне потеряли треть своего населения. В чужой фактически войне. Так получалось, что Наполеон в Россию шел через нас, туда и обратно, уничтожил Беларусь. Первая мировая война, театр военных действий был здесь. Вторая мировая война для нас, Великая Отечественная война. Театр военных действий в основном в Беларуси. Мы не хотим никакой войны. Тем более украинцы, люди, народ украинский, это не чужие нам люди.
Это родные нам люди, даже мои предки где-то там в Украине родились между Черниговым и Киевом. Это уже из личного. Поэтому мы абсолютно не собираемся нападать на Украину, но не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китайской Народной Республики, если против нас будет совершена агрессия. Мы это доводим по разным каналам до Украины, в том числе и до Запада. Я их предупредил, что не дай бог будет развязана агрессия с территории Украины на территорию Беларуси, мы ответим, но это будет совершенно иная война. Она приобретет мгновенно иной характер. И здесь мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю и бороться с агрессором, в том числе и войсками Российской Федерации, вместе. Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины, концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем. Мы это положительно оцениваем. Они там в экономическом плане начинают пакостить. Границы закрыли для передвижения грузовиков. Ну, вот сами себе выстрелили в ногу. Мы и так в Западную Европу не очень-то перемещаемся. А вот с территории Евросоюза через Польшу в Китай, Казахстан, другие направления, там очень много перемещалось автотранспорта, железнодорожного транспорта. Это выгодно им было. Их водители ехали в Китай, Казахстан, в Россию. Сейчас они не поедут. Если мы закроем со своей стороны, закроем границу, то тысячи людей лишатся работы. Ну вот пакости экономические. Литва порты закрыла, притом там наша собственность. Она закрыла порты для наших грузов. Ну что ж, потеряли, миллионы долларов потеряли. Мы нашли другие порты и поставляем свою продукцию. И прошлый год у нас был в финансовом отношении лучше, чем предыдущие годы. Поэтому вот этот санкционный режим и давление экономическое, оно ни к чему не приведет. А в плане военном мы готовы ответить, притом серьезно готовы ответить. Эту позицию мы довели не только до Украины, но и до англичан, Соединенных Штатов Америки. Надеюсь, у меня будет возможность, мы проинформируем и французов, все-таки ядерная держава, о нашей позиции. Поэтому мы готовы к тому, чтобы защитить суверенитет и независимость нашей страны. Мы не хотим войны. Мы хотим, чтобы здесь все было мирно, чтобы наши люди мирно, спокойно жили и сотрудничали с теми, кто с нами хочет сотрудничать. Ну, как Китайская Народная Республика.